Проект, который поможет миллионам русскоязычных онкопациентов получить в самой доступной форме максимально достоверную информацию о своем заболевании, был представлен 26 августа в Москве клиникой амбулаторной онкологии и гематологии совместно с благотворительным фондом помощи взрослым «Живой». Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями и связанной с ними смертности сопровождается шквальным ростом недостоверной, но при этом общедоступной в интернете информации. В противовес этому некоммерческая организация NCCN, объединяющая 28 ведущих центров по изучению рака в США, уже 20 лет выпускает и регулярно обновляет гайдлайны – методические пособия для пациентов, страдающих онкозаболеваниями. Сейчас, благодаря фонду «Живой» и клинике амбулаторной онкологии и гематологии, эти гайдлайны появятся и на русском языке. Мы хотим охватить гайдлайн максимально обширное количество онкологических заболеваний. К настоящему моменту готовы и вывешены гайдлайны по раку легкого, раку кишечника и раку желудка. Также почти в полной готовности гайдлайн по раку молочной железы, он уже переведен, но еще не до конца верифицирован и будет вывешен, я надеюсь, в течение месяца. Но мы хотим продолжать работу дальше и охватить максимальное количество из выпущенных NCCN гайдлайнов. Их около еще 20. По большей части наши пациенты лечатся так же, как и во всем мире, и каких-то разночтений быть не должно, потому что эти гайдлайны, они не американские, не японские, они общемировое достояние. Гайдлайны NCCN предназначены для всех пациентов, кто столкнулся с онкологическим диагнозом. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с врачами, с клиниками и с пациентскими организациями. Более того, так как мы являемся благотворительным фондом, у нас есть коллеги в разных городах России. Неважно, занимаются ли они вопросами онкологии или не занимаются, но помогающие организации, такие как наши, есть во всех регионах, и мы, разумеется, будем с ними работать. Кроме того, мы собираемся работать с поисковыми системами, которые нам бы хотелось, выводили бы гайдлайны как источник информации в первые топовые строчки. Перевод гайдлайнов осуществляется профессиональными медицинскими переводчиками. Естественно, проходит верификацию онкологов, гематологов на точность терминологии, переводов, именно вот с точки зрения медицинской. Мы, как рабочая группа, не можем влиять особо на верстку, то есть на то, как это выглядит, потому что это стандарты NCCN, и, соответственно, мы должны придерживаться этих стандартов. Процесс достаточно простой, он обычный, за исключением того, что мы очень строго отслеживаем именно медицинскую терминологию, содержание, чтобы это соответствовало всем необходимым стандартам.